Приветствую, друзья! Длинное время народная артистка России Ирина Алферова не появлялась на публике. И это несмотря на то, что актриса до сих пор продолжает сниматься в фильмах. Видимо, внимание прессы ей уже не по душе. Ведущий программы «Привет, Андрей» Андрей Малахов не раз приглашал Ирину Алферову к себе в студию, но артистка все время отказывалась. Но когда Малахов решил сделать праздничный выпуск в честь 65-летия Игоря Крутого и пригласил всех своих друзей, Ирина согласилась прийти. В студии собралось много знаменитых артистов: Ирина Алферова, Игорь Крутой, Александр Серов, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дима Билан и другие. Гости обсуждали историю из прошлого, делились теплыми воспоминаниями и интересными историями. Естественно, не обошли стороной знаменитый клип «Ты меня любишь» в исполнении Александра Серова. В этом клипе Ирина сыграла возлюбленную Александра. Игра получилась такой естественной и непринужденной, что многие поверили в искренность чувств между ними. Длительное время актрисе и певцу приписывали роман. В тот период брак Ирины с Александром Абдуловым начал трещать по швам, несмотря на 17 лет совместной жизни. Кстати, Абдулов был против того, чтобы его супруга снялась в клипе Серова. Он утверждал, что для такой великой актрисы это просто унизительно, и отказал Игорю Крутому в данной просьбе. Тогда знакомые посоветовали Крутому напрямую связаться с Ириной Алферовой. Они знали, что у пары уже давно не все гладко, и Ирина не очень-то уже и слушается мужа. Ирина лишь один раз прослушала песню и сразу же согласилась на съемки. Во-первых, текст и музыка действительно ей очень понравились. А во-вторых, съемки в клипе стали отличным поводом, чтобы позлить мужа. Когда Серов пригласил меня, и мы должны были слушать песню, у меня было закрытие сезона в театре. Я оделась, меня причесали, я очень хорошо выглядела, а у него был Мерседес, у единственного в Москве, вспоминает артистка. Выхожу, стоит Серов у Мерседеса, а рядом Абдулов копается в машине. У него не завелся москвич, а я сажусь в Мерседес и понимаю, отомщена, и вся толпа смотрела нам вслед. В студии Александр Серов еще раз поблагодарил Ирину Алферову за то, что она была его музой, но певец акцентировал внимание на том, что романтических отношений между ними никогда не было. Все были влюблены в Ирину, она честная, кроткая, откровенная, но у нас не было флирта, я не ее герой, заявил Александр Серов. Александр Абдулов, в свою очередь, сильно ревновал жену к Серову и совсем этого не скрывал. А этот клип только добавил масла в огонь. Понятное дело, что в глазах публики это больше смахивало на любовный треугольник, хотя на самом деле его не было. После развода с Абдуловым артистка встретила своего третьего мужа, Сергея Мартынова, с которым счастлива уже 24 года. Ранее Ирина рассказывала, что по-настоящему познать женское счастье ей удалось только с Сергеем.